всем привет, с вами я, с вами Остин, и сегодня мы прокачиваем ТВ-мена Титана, раз он не побеждает астроскептистов, которые сильнее него, и поэтому я решил его прокачать. Вот так вот все и дело. Чтобы прокачать его, нам нужны колонки. Конечно, сначала свой колонок. Сначала вставляем колонки. Конечно, я конечно колонку вставляю на уровне ядра, но так тоже нормально, когда оно отвалится, он может из него стрелять. Теперь прокачиваем его телевизоры. У него будет 8 экранов. Но сначала их надо увеличить. Надо прокачать его телевизоры. О, сначала надо меч поставить. Это второй меч. Ставим еще плюс 2 телевизора. И все, ТВ-мен Титан 4.0 готов. У него целых 8 экранов. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.